Ну, не Марина должна прийти. До свидания. Как беседа наша прошла? Хорошо. Спасибо большое за интересную беседу. Интересно, да. Мы хоть не сначала были. А то о бабочках новые, никто ничего не знает. Миш, ты насмотрелся? Самые большие бабочки видел, какие романные, да? Самые вот большие эти. Сейчас я покажу. Ну вот они, нет, вот. Да, вот она забыла. Павлиноглазки. Это павлиноглазки. Миш, ты куда убегаешь? А вот эти-то красиво переливаются. Вон они прям переливаются. Какая красота. Это ярче, чем там. Да. Все, пошли, Миша уже замучился. Так что, кто будет в Зеренде, да, сюда? Чем он замучился? Ходить уже устал. Дома как конь скачет, а тут он устал ходить. Это он вам заявляет, вот. Потому что... Ага. Все. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Довольны, да? Да, да. Веселье наше. Сейчас я вот здесь вот посмотрю, вот мне тут понравилось. Такие тоже симпатичные, это какие-то зеленые. Да. Ну, всякие жуки. Фигаста, да. А вот так. А полярница где, которая вот? Полярница самая крайняя. Значит, вот справа. Вот крайняя, это? Да. Вот эти? Она вот, это не полярница. В анабиоз лишает себя всяких всех чувств. Не ест, не пьет, никуда не ходит, никуда не ездит. В лес не ходит. Ясно. А мне прям вот эти что-то понравились. Такие прям, не знаю, переливаются. Они прям красивые. Все хорошие. Они все хорошо, ну каждый по-своему. Вот эти вот цвета какие у нас, смотри. Вот эти вот две. Ага. Красивые.